Итак, всем доброго дня. Сегодня 1 апреля, в Ташкенте продолжается карантин и самоизоляция. Вот. Мне, правда, пришлось сегодня выйти за покупками, так как я не запасаюсь гречкой и туалетной бумагой. Пришлось выйти в магазин для небольшого пополнения холодильника. Ну, можете видеть. Вот. Все магазины работают. Несмотря на панику, которая была дня два назад, когда исчезла вся картошка, буквально сметалась, особенно, конечно, в районах старого города, Сергели и Чиланзара. Прошла, я зашел сейчас в корзинку, есть все, и помидоры, и картошка, и лук, и чеснок, все продукты. Цены не поменялись, все на том же месте. Ну, по дороге иду в корзинку, в Ташкенте уже вовсю весна, все зелено. Народ ходит исключительно в основном только за продуктами и в аптеке. Сейчас посмотрим, как у нас в корзинке ситуация. В магазинах по-прежнему все есть. Яйца, мука. А трошечка зелень. Заполненность магазина ниже среднего. Все есть. Люди все в масках, пользуются антисептиками, большинство в перчатках. Соблюдение дистанции. Народу мало на улицах. Машин также. Ну, в принципе, сами можете посмотреть. Как я и говорил, народу практически нет. Стоянка пустая, за исключением тут автомобилей, которых очень-очень мало. Ну и ситуация на дорогах. Если выйти к дороге, достаточно тоже оживленная улица, потому что здесь из центра Юнусабада идет дорога на Хасанбай. И как мы видим, очень-очень маленький процент машин. Практически нет движения. Ну и здесь машин, соответственно, мало. Редкие машины, в основном такси, работающие на доставку, медицинские, грузовые, ну и мусорки, естественно. Только что отъехал от мусорки сейчас машина. Народу, как видите, совсем-совсем мало. И ситуация внутри дворов. То есть тихо, не видно людей. Только те, кто обычно вот выходит у нас тут за продуктами, в аптеку и так далее. Во дворах очень тихо, никого не видно на улице, все машины прикованы к своим местам. Ну, в общем, по крайней мере, на Юнусабаде люди достаточно ответственно подходят к вопросам самоизоляции. Надеюсь на все лучшее. В Ташкенте капает небольшой дождик. Во дворах пусто. Отдельные пешеходы только, которые идут до аптеки, магазины и обратно. Все в масках, в перчатках, некоторые даже в очках. К сожалению, ничего не могу сказать за другие районы. Только за Юнусабад, 7-й квартал, в пределах которого я сейчас и перемещаюсь. Единственная прикольная еще, конечно, новость, то что, как я отметил для себя, что люди даже здесь находят себе какие-то модные тенденции, развлечения. Если, например, у вас черная маска, то у вас, соответственно, черные перчатки. Вот. Если голубая, голубые. То же самое видел с белыми, потом видел также маски с принтами и, соответственно, перчатки какие-то с принтами. Но это, конечно, интересно. Люди развлекаются как могут. Ну, в общем, всем удачи, терпения, здоровья. Желаю, чтобы быстрее все это, конечно, закончилось, вся эта пандемия ушла на нет. И наступила опять нормальная жизнь. В Ташкенте, кстати, весна. Правда, сегодня немножко моросит дождик и прохладненько. Градусов 15 по ощущениям, может быть 16. Я точно не могу сказать, ну вот как я ощущаю себя. Во дворах все зелено, красиво, но пусто. Ну, можете сами посмотреть. Детская площадка пуста, машина на приколе, людей не видно. Ну, в общем, всем удачи, добра, пока.